Во второй половине нулевых модель Honda Civic была очень популярна в нашей стране среди новых автомобилей. Но с тех пор прошло уже много лет, и сегодня продажи новых Honda ничтожно малы, а модель Civic и вовсе ушла с нашего рынка. Так что сегодня перемывать косточки мы будем последнему, самому популярному у нас Civic. Это седану восьмого поколения в состоянии БУ. С вами Петр Баканов и программа «Подержанные автомобили». Ну что, давайте узнаем, насколько обременительно в содержании подержанная Honda. Сразу оговоримся, что именно с восьмого поколения маркетологи полностью разделили автомобили в кузове седан и хэтчбэк. Пересечения между ними есть лишь по некоторым моторам и коробкам передач, а в остальном это разные машины. Подвеска, дизайн кузова, трансмиссия и даже место сборки у каждого свои. Поэтому хэтчбэк мы рассмотрим как-нибудь потом в отдельной программе. В 2008 году у седана состоялся рестайлинг, который матчасть по большому счету не затронул. Создатели лишь слегка поменяли внешний облик для пущей выразительности. Изменился передний бампер, решетка радиатора, а на место прямоугольных противотуманок поставили круглые. Еще раз подчеркнем, что именно восьмое поколение было последним массовым явлением Civic на России. Дорогах, поэтому этих машин еще достаточно на вторичном рынке. Именно восьмое поколение стало последним в генеалогическом древе Civic'ов, которое отчасти сохранило спортивные повадки, ранее являвшиеся визитной карточкой компании Honda. Именно спортивные гены и присущая этой марке репутация создают проблемы при выборе машины на вторичном рынке. Вряд ли на таком авто ездил дедушка на дачу, ну или домохозяйка в Икею. Жестко, тряско, низко, да и не очень приспособлено под семейные нужды. Для своего времени все хондовские седаны были неплохо упакованы. Даже в начальной комплектации «Комфорт» имелся кондиционер, 4 подушки безопасности, музыка, АБС и полный электропакет. Версии с коробкой автомат, естественно, требовали доплаты. Ну а такая немаловажная вещь, как система стабилизации, ставилась лишь в топовом исполнении Executive. Для России был положен только один 140-сильный бензиновый мотор R18A2 VTEC объемом 1,8 литра и 2 коробки передач, 6-ступенчатый механика и 5-ступенчатый автомат. Традиционно для Honda тех лет машина получилась довольно надежной. Но ничего вечного не бывает, тем паче само позиционирование предполагает довольно жесткую эксплуатацию. Так что разберем все вылезающие со временем системные болячки. И начнем мы с мотора R18A2. Хондовские двигатели славятся неубиваемостью и хорошей ходимостью. Даже система газораспределения iVTEC с единственным довольно сильно нагруженным 16 клапанами распредвалом картину особо не портит. По VTEC-овским распредвалам Honda и раньше не было претензий. Нет их и сейчас. А постукивание в моторе обычно вызвано увеличенным тепловым зазором в клапанном механизме, который нужно, естественно, регулировать. Для этого шайб вам не понадобится, а нужен лишь гаечный ключ, как говорится, и отвертка. Рецепт долговечности японского мотора, который вы услышите от хондовских мотористов и пользователей, звучит довольно просто. Своевременная, лучше частая замена моторного масла плюс использование хорошего бензина. С маслом все ясно. Система iVTEC очень не любит грязи и может выйти из строя. Да и остальные трущиеся пары не приветствуют долгого использования отработавшей ресурс смазки. Ну а паленый бензин способен легко вывести из строя катализатор, который висит прямо на выпускном коллекторе. После этого последует разрушение керамических сот, и затем воздушной пульсацией их начнет засасывать обратно в цилиндры. Правда, до такой катастрофы владельцы доводят автомобиль довольно редко. В целом, с точки зрения железа, топливной системы и электроники, R18A2 проблемами не досаждает. Если не пытаться специально его убить, то этот мотор способен достигнуть, а то и преодолеть 300-тысячный рубеж. Даже цепь газораспределительного механизма раньше 200 тысяч километров вряд ли будет шуметь. Но при этом хондовский двигатель прилично теплонагружен, поэтому необходимо неустанно следить за системой охлаждения. В том числе и за возможностью течью радиатора, которая встречалась на первых машинах турецкой сборки уже на 50-60 тысячах километров. А вот ситуация с термостатом не вполне предсказуемая. Он может начать плохо открываться уже при пробеге в 50 тысяч километров, а может и дальше исправно работать. После 100 тысяч километров, скорее всего, скончается мотор вентилятора, а шуметь он может начать и раньше. Главное — не упустить
отменить момент полного отказа, либо же поменять его превентивно. Причем можно брать не оригинал приличного качества. Он обойдется значительно дешевле хондовского, а прослужит столько же. Посторонний шум со стороны моторного отсека может быть вызван отжившим свое натяжителем ремня привода вспомогательных агрегатов. Обычно это происходит при пробегах не ранее 80 тысяч километров. Многие хондоводы отмечают значительную вибрацию холодного мотора на холостом ходу. Они обусловлены низкой скоростью вращения коленвала, примерно 600-650 оборотов в минуту. Это нормальное явление. Так японцы борются за экологию. Хуже, если и после прогрева двигатель не прекратит подергиваться. Обычно в этом случае виноваты опоры силового агрегата. Вообще они довольно живучи, так ведь и мамкины гонщики не лыком шиты. Это все свидетельствует о том, что на машине резко ускорялись и резко тормозили. Короче говоря, ездили агрессивно. А вот электроника, электрика и прочая подкапотная периферия по надежности не дотягивает до моторного железа. Особенно владельцев достает маломощный аккумулятор, который тем паче практически не заряжается в пробках из-за низких холостых оборотов. Много нареканий на муфту компрессора кондиционера, особенно если это компрессор марки Denso. После 80 тысяч километров он может отказать. Случается так, что и стартер перестает реагировать на поворот ключа зажигания. Но обычно в этом случае виновато втягивающее реле. Именно оно в первую очередь отказывает, потому что обмотки могут пережить и сам автомобиль. Пережить автомобиль способны и коробки передач, устанавливаемые на седан. Но только в том случае, если их регулярно обслуживать. Понятно, что есть деятели, готовые поспорить с этим утверждением. Однако исключения лишь подтверждают правила. Механическая шестиступка от Honda всегда славилась четкой работой и долговечностью. Только меняй масло хотя бы раз в 60 тысяч километров. Однако сальники и прочие резинотехнические изделия не столь живучи. Точнее, они имеют свои особенности. Из-за низкой посадки часто страдают пыльники шрусов, поэтому инспектировать их лучше почаще, особенно при эксплуатации на плохих дорогах, чтобы не попасть на гранату, а то и на привод в сборе. Собственно, это же пожелание актуально и для автомобилей с автоматом. Автоматические коробки у Honda не планетарные, а свои, вальные, под названием Honda Matic. Что бы там ни писали в интернетах, но даже отъявленные критики подобной конструкции соглашаются с тем фактом, что вальные коробки передач надежнее, и фрикционы в них без проблем выхаживают аж по 300 тысяч километров, потому что меньше нагружены. Серьезных и массовых проблем с этими трансмиссиями замечено не было и вряд ли будет, если, конечно, вовремя менять АТФ-ную жидкость и фильтр. А обслуживать данную коробку положено раз в 45 тысяч километров. Подвеска и рулевое управление Civic'а частыми поломками тоже не должны досаждать, кроме, пожалуй, первых выпусков автомобиля. В рестайлинговой версии многие детские болячки поправили, а если машина выпущена после 2010 года, то там вообще все прекрасно. Однако ряд систематических недугов все же остался. Первый из них — это опорный подшипник передней стойки, который поставляется в сборе с опорой. Обычно он может выйти из строя уже по достижению 50 тысяч километров. Передняя стойка стабилизатора поперечной устойчивости тоже в зоне риска. На плохих дорогах и при агрессивной манере вождения она начнет стучать уже к 30 тысячам километров. А вот у спокойных водителей, катающихся по приличному асфальту, данная деталь может отходить и все 100 тысяч. Третьим в списке находится передний сайлент-блок треугольного рычага, который может начать стучать уже при пробеге в ту же сотню. Правда, стук стуку рознь. Он может появиться уже и на 60 тысячах километров. И в этом случае проверьте рулевое управление. Скорее всего, разболтались пластиковые втулки зубчатого вала. Не оригинал стоит копейки, но до этих деталюшек еще нужно добраться. Опытные хондоводы, кстати, в этом случае меняют онные на самодельные второпластовые, потому что последние служат дольше. Зато рулевые наконечники даже на плохих дорогах отходят не меньше 80 тысяч километров. А шаровые опоры на этом фоне вообще выглядят неубиваемыми. Амортизаторы и ступичные подшипники обычно сдаются не раньше пробега в 150 тысяч километров, что весьма неплохо. Правда, на дорестайлинговых машинах задние амортизаторы и пружины часто сдавались на 50 тысячах километров, но затем их усилили, и они стали ходить столько же, сколько и передние. По тормозам особых проблем нет, но у некоторых владельцев случается такая неприятность, как закисание системы стояночного тормоза. На Civic'е она реализована через штатные тормозные колодки. Поэтому не забывайте регулярно пользоваться стояночной тормозной системой. Иначе ремонт, казалось бы,
вот этой простой мелочи по работе может вылиться весьма приличную сумму. Ну и последней рекомендацией по ходовке станет переход на более высокопрофильные покрышки. Если на машине стоят большие диски с тоненькой изолентой вместо шин, то перейдите на штатные 16-дюймовые колеса с максимально возможным значением высоты профиля. При проезде неровностей автомобиль не будет так ощутимо передавать на пятую точку водителя все дорожные импульсы. А теперь поговорим о грустном — о кузове. Начнем с того, что сейчас осталось мало небитых восьмых «Сивиков». Вот они, издержки спортивного имиджа. Другой вопрос — насколько эти аварии были серьезными? От автомобиля, сваренного из нескольких частей, конечно, лучше отказаться сразу. Но если удар не повредил основные силовые элементы кузова, то почему бы и нет? Но отсюда, правда, плавно вытекает следующий факт. Коррозия на кузове для Хонды — это обычное явление. Ведь ни для кого не секрет, что в России многие, включая официальных дилеров, красят машины с нарушением технологии. Впрочем, даже если найдется девственный экземпляр, 10 лет эксплуатации на российских дорогах наверняка отложили свой отпечаток. У Хонды лакокрасочное покрытие довольно слабенькое, а концентраторы коррозии плохо обработаны на заводе. Причем не имеет значения, на каком именно. Ведь и в Японии, и в Турции технологии одинаковые. Довольно быстро корродирует кромка капота и крыша, причем не только традиционно вот здесь спереди, но и вдоль желобков. Заднее крыло часто ржавеет вокруг топливозаливной горловины. Коррозии подвержены колесные арки и пороги, причем тоже преимущественно сзади. А если открыть багажник и снять уплотнитель по периметру, то и там тоже можно увидеть ржавчину. На порогах антикор частенько трескается, поэтому осматривать при покупке автомобиль лучше на подъемнике. Ржавеют также лонжероны в местах крепления продольного рычага и большинства кронштейнов. В общем, совет для всех и каждого. Если уж вам посчастливилось приобрести подержанный «Сивик» с приличным состоянием лакокрасочного покрытия, колесных арок и днища, не поскупитесь на хороший антикор. Помните, что кузов — самая дорогая часть автомобиля. По кузовной электрике и механике встречается несколько системных проблем. Это закисание трапеции стеклоочистителей и механизма складывания зеркал. Родная трапеция в сборе дороговата, а посему стоит иметь в виду, что каждый рычаг можно купить по отдельности и приладить самому, ну или обратиться на сервис. Также встречаются проблемы с передними электростеклоподъемниками, которые могут с перекосом поднимать стекло. В этом случае их придется регулировать. В остальном с салоном все более или менее хорошо. Он собран качественно вне зависимости от места производства автомобиля. Все материалы достаточно износостойкие. Даже сиденья долго не теряют свой первоначальный профиль. Если логотип марки в центре рулевого колеса вытер до белизны, а пластик передней панели зацарапан и затерт, это все явные признаки пробега за 200 тысяч километров, равно как и провисший потолок, который иногда встречается на возрастных и очень заезженных машинах. Так что если одометр при этом показывает меньшие цифры, то он однозначно скручен. Армии сверчков в исправном авто тоже не должно быть. Если они завелись, либо передняя панель скрипит при проезде неровностей, значит здесь спустя рукава поработали отечественные арматурщики. Другой вопрос — зачем они туда лазили? Есть лишь два ответа. Либо салон разбирали и собирали после серьезного ДТП, либо в него ставили что-то такое неродное. Если факт ДТП подтверждается, то от такой машины лучше отказаться. Впрочем, и вмешательство в бортовую электросистему возрастного автомобиля тоже не сулит ничего хорошего. В остальном «Сивик» может огорчать мелкими неисправностями. Иногда перегорают предохранители и перетирается проводка. Но сие происходит на уже весьма приличных пробегах. Например, проводка в дверях может перемалываться только после 200 тысяч километров. По поводу предохранителей дадим один маленький, но верный совет. Берите лучше фирменные и без запаса потока. В противном случае оплавиться могут не только контакты электросистем, но и также посадочные места в самом блоке. А теперь подытожим. Honda Civic 8-го поколения с приемлемым честным пробегом будет хорошим приобретением для человека, не обремененного многочисленным потомством или строительством дачи. Ведь даже запихнуть детскую коляску в багажник седана будет непросто. Многие владельцы ругаются именно на этот момент. К тому же Civic довольно жесткий и низкий. Но ведь и создан он был для других целей – прохватить с ветерком под хорошее настроение и по хорошим дорогам. А если в вашем регионе плохой асфальт и зимой снег не убирают, то такое приобретение вряд ли имеет смысл. Постоянная тряска и поврежденные, а то и оторванные бамперы хорошего настроения не добавят. Равно как и замятые пороги или деформированный пыльник моторного отсека.
В общем, если вы молоды хотя бы душой и живете в крупном городе с хорошими дорогами, то восьмой Civic не станет особенно обременительным в эксплуатации. Автомобиль этот распространенный, и на него еще полно как неоригинальных запчастей, так и бывших в употреблении. Но вот подобрать достойный и ухоженный экземпляр будет очень непросто. Так что помните, главное в этом случае сделать правильный выбор. Поэтому выбирайте правильные автомобили вместе с нами. Желаю удачи!